Всем привет! Продолжаем путешествие по моему городу, городу Санкт-Петербурга. Ну вот, хочу показать вам немножко зимнюю канавку. Зимняя канавка — это, смотрите, с Невы небольшой канал, который соединяет Неву и Мойку. Был прорыт в 1718-1719 годах. Работами руководил известный строитель-подрядчик Василий Озеров. Ну из-за чего это все, собственно говоря, так возникло? Потому что было здание Эрмитажного театра и Зимнего дворца. Вот между ними, для того чтобы общаться, был сделан такой переход. И получился очень красивый вид. Канавка эта зимняя, и сверху идет как бы такой красивый переход на уровне второго этажа. Первое название — это Старый дворцовый канал, которое было присвоено в 1738 году. Ну, оно, в общем, не употреблялось. Обычно в обиходе говорили Зимнедомский канал или просто Зимний. Изначально был подъемный мост по голландскому образцу, обыкновенный деревянный. Это было в 720 году. Ну а через некоторое время вот как раз построили этот красивый такой переход, который соединил Эрмитажный театр с Большим Эрмитажем. Такая красивая арка, которая поддерживает переход галереи. Ну вот рассказывают и некий анекдот, который существовал. Говорили, что все это сооружение могло упасть, и хотели оклеветать архитектора Кваренги в глазах императрицы, и пустили слух, что арка очень непрочная и может упасть в любой момент. Ну тогда Екатерина взяла и устроила в галерее огромный пир со множеством приглашенных. Ну естественно, арка мост выдержала всех этих ребят, которые там праздновали. Вот так было снято обвинение с архитектора Кваренги о непрочности этой арки. Все, конечно, мы помним сюжет оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», в котором Лиза бросается с Эрмитажного мостика в воды зимней канавки. Вот. Ну и говорят, что этот сюжет был включен под влиянием реального факта самоубийства некой Юлии Перовой, которая на почве любви выбросилась как раз вот из этой арки, точнее, с этого перехода. Что еще можно сказать? Вот если с обратной стороны, я как-то гулял с обратной стороны и встретил Михаила Сергеевича Боярского, с которым поздоровался. Он удивленно на меня посмотрел, но тоже поздоровался. Приятно? Вот такие дела. Все, пока. Всем привет. До свидания. Показал вам зимнюю канавку. Красивое место. Одно из самых красивых в Петербурге, в моем городе. Пока. Все-таки красивый наш город Петербург. И вот стараюсь по возможности, конечно, гулять. Ну и в хорошую, да и в плохую погоду. А что такое плохая погода? Это просто дождик. А дождик у нас постоянно. Поэтому это неплохая погода для Петербурга. Гуляешь. В основном ходишь то в одни и те же места. Куда? К Дворцовой. К зимней канавке, в летний сад. Петропавловку. Вот, кстати, катера, которые выходят зимние канавки, а их очень много, беспрогулочных катеров с туристами, они как раз упираются, вот эта арка, так вот, они как раз упираются в Петропавловскую крепость. Приезжайте, кто не был в Петербурге, получите удовольствие. Еще раз всем пока, всем привет, до свидания.